верхнюю кнопку панели инструментов Selection – выбор, выделение. Для выбора объекта щелкаем по нему левой кнопкой мыши. Для выбора нескольких объектов нужно протянуть мышку с нажатой левой кнопкой так, чтобы прямоугольник выделения зацепил все нужные объекты. Можно изменять размеры выделенного объекта. Нажатая кнопка Shift позволяет сохранить пропорции. Для сдвига вдоль оси X или Y служат стрелочки туда-сюда. Важно помнить про точку регистрации или точку опоры объекта. Именно относительно этой точки происходят все изменения. Щелкнув по ней, мы можем перетащить ее в другое место. Теперь объект будет вращаться вокруг новой точки.